25 ноября в городе Суздаль состоялось первенство России по масс-рестлингу. В соревновании приняли участие 149 спортсменов из 22 регионов страны. Сборную команду Московской области достойно представили масс-рестлеры из городского округа Люберцы. Среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 80 килограммов серебряную медаль завоевал ученик 27-й школы Глеб Богданов. Среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 50 килограммов бронзовым призером стал ученик 56-й гимназии Фуркат Наимов. В этой же возрастной группе, но в весовой категории до 60 килограммов, третье место занял ученик 28-й школы Егор Зимодра. А в весовой категории выше 70 килограммов бронза досталась Эрику Чабаняну. Он обучается в школе номер 27.